здравствуйте! Меня зовут Светлана Банкова, и вы на моем творческом канале «Шерстяная карусель». Сегодня я с вами хочу связать вот такого пупсика. Пупсик в пижаме или в комбинезончике. Кому как больше нравится. Вот такой замечательный пупсик. У пупсика двигаются ручки. Они на нитевом креплении. Снимается капюшончик. Вот такой он смешной здесь, с таким вот чубчиком. Вот такой замечательный малыш. Если вам нравится этот малыш, и вы хотите связать его, тогда приступили. Чтобы связать нам такого малыша, нам потребуется... Для головы ручек и ножек пихорка детская новинка бежевого цвета. Девочки, это все, что у меня осталось, поэтому вот показываю вам такой кусочек. Плюшевая пряжа. Я вязала Воланс Банни свитер. Тут получается 100 грамм на 160 метров. Но можно любую другую плюшевую пряжу. Даже чуть потолще можно. Ну, потоньше тоже можно, он, наверное, поменьше будет размер. Пуговички. Пуговички любые. У меня уже просто вот таких нет. У меня было 6 штучек. Я вот их на двух пупсиках пришила. Вы можете выбрать любые другие. Глазки. У меня глазки пришивные. Можно на безопасном креплении. Ниточка обычная хлопковая для оформления ресничек и бровей черного цвета. Для чубчика любая пряжа тоже. Вот у меня, я не знаю, какая это была. Вот, ну, вы уже волосы по цвету сами выбирайте, какие хотите. Можно также пихорка детская новинка. Наполнитель. У меня синтепух в данный момент, но у вас какой есть, такой и вы ставите в игрушечку. Далее. Игла. Игла длинная. Для утяжек. Для вышивания ресничек и бровей. И обычная иголка с ниткой. Вот цвет нашего изделия. Соответственно, ножнички и приспособление, чтобы уплотнять наш наполнитель. Ну, вроде как бы все. Да, вроде все. Ну, тогда приступим. Кстати, вот это вот я вязала из той пряжи, которую я вам показала, бани-свитер. А вот это из Ернат Долче. Видите, в принципе, по размеру разница небольшая. А, забыла сказать. Вот эта белая пряжа у меня, плюшевая, это Ернат Долче Бэби. Вы можете, она потоньше, вы можете, если у вас есть, вязывать этой пряжей, либо той пряжей, которая у вас есть. Вяжем ножки. Вязать мы будем ножки из детской новинки. Крючок номер 2. Кольцо амигуруми набираем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Колечко стягиваем. И соединяем колечко соединительным столбиком.
Соединила. Следующий ряд мы провязываем 5 прибавок. В этом ряду у нас должно получиться 10 столбиков. Раз. И в эту же петельку 2. Три. И в эту же петельку 4. 5. И в эту же петельку 6. 7. И в эту же петельку 8. Девять, и в эту же петельку 10. Девочки, я немножко не привыкла такими тонкими нитками вязать, поэтому мне немножко это сложно дается, но без таких мелких деталей ничего не получится, поэтому я стараюсь, чтобы вам было видно и понятно. Так, следующий ряд. Сейчас мы поставим маркер. Будем отмечать уже будем начало ряда. Следующий ряд мы провязываем 1 столбик, потом делаем прибавку. Итак, 5 раз, извините. В этом ряду у нас должно быть 15 столбиков. Столбик. Следующую петельку мы провязываем 2 столбика в одну. Делаем прибавку. Вот мне с трудом оно дается, конечно. Столбик. Прибавка. Это вторая прибавка у нас. Столбик. Прибавка. Это у нас третья прибавка. Столбик, прибавка, четвертая, столбик и пятая прибавка. 15 столбиков в ряду. Следующие 3 ряда мы провязываем по 15 столбиков без накида в каждом ряду. Вяжем самостоятельно. Провязали 3 ряда по 15 столбиков. Следующий ряд мы провязываем 1 столбик без накида, потом делаем убавку. И так 5 раз. У нас должно получиться 10 столбиков. Столбик. Убавка. Я просто пропускаю 1 столбик. Столбик. Убавка. Столбик, убавка, столбик, убавка. Столбик, убавка. Следующий ряд мы провязываем 10 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. Провязали. Давайте наполним нашу детальку. В следующем ряду мы меняем нить на плюшевую. Провязываем не до конца столбик. И вяжем в этом ряду 12 столбиков без накида уже плюшевой пряжей. Раз, два. Смотрите, не пропустите столбик. Три, четыре,
Можно обрезать, чтобы она вам не мешала. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лишние ниточки заправляем в нашу детальку. Ставим маркер. Следующий ряд мы провязываем один столбик, потом делаем прибавку. Итак, 5 раз. В этом ряду у нас должно быть 15 столбиков. Столбик. Следующая прибавка. Столбик. Прибавка. И так до конца ряда вяжем. Следующий ряд мы провязываем 15 столбиков без накида. Следующий ряд вяжем. В первый столбик мы делаем прибавку. Раз, туда же два. Дальше мы провязываем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Далее мы делаем прибавку. И дальше мы провязываем 7 столбиков без накида. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. В этом ряду у нас 17 столбиков. Далее мы провязываем 3 ряда по 17 столбиков без накида в каждом ряду. Вяжем самостоятельно. Провязали 3 ряда по 17 столбиков в каждом ряду. Следующую петельку мы провязываем соединительным столбиком и закрепительным. На первой детальке мы ниточку обрезаем. Вторую ножку вы вяжете самостоятельно, ниточку не обрезаете. И ножку наполняем. Итак, мы связали две ножки. На второй детальке мы ниточку не обрезали. Теперь берем вторую ножку и соединительным столбиком соединяем вместе. Далее мы по первой ножке провязываем 17 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 и 17. И по второй ножке также провязываем 17 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. Довязали. Ставим маркер. И следующие два ряда мы провязываем по 34 столбика в каждом ряду. Вяжем. Следующий ряд мы вяжем 6 столбиков без накида, потом делаем убавку. Раз, два,
3, 4, 5, 6. Убавка. Я просто пропускаю один столбик. Опять 1, 2. Три, четыре, пять, шесть, убавка, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убавка 3. Если вы слышите такие звуки, это у меня кошечка очень любит на видео всегда покушать, похрустеть своими вкусняшками. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 4 убавка. И у нас остается еще 2 столбика, провязываемых столбиками без накида. В этом ряду у нас 30 столбиков. Следующий ряд мы провязываем без изменений, 30 столбиков без накида. Вяжем. Следующий ряд мы провязываем 5 столбиков без накида, потом делаем убавку. И так 4 раза. В конце у нас 2 столбика должно остаться. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. 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 И осталось 2 столбика, провязываем их столбиками без накида. В этом ряду у нас 26 столбиков. Следующий ряд провязываем без изменений, 26 столбиков без накида. Вяжем. Провязали. Теперь давайте наполним на этом этапе нашу детальку. Следующий ряд мы провязываем 4 столбика без накида, потом делаем убавку. 1, 2, 3, 4. Убавка. 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 У нас опять осталось 2 столбика. Мы их провязываем столбиками без накида. 1, 2. В этом ряду у нас получилось 22 столбика. В следующий ряд мы провязываем 22 столбика без накида. Без изменений самостоятельно. По ходу вязания
Дополняем постоянно наполнитель. Следующий ряд мы провязываем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом делаем убавку. Далее провязываем 9 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Делаем убавку и 2 столбика без накида далее. Раз, два. В этом ряду у нас 20 столбиков. Следующий ряд мы провязываем 20 столбиков без накида самостоятельно. Провязали. Следующую петельку делаем соединительную и закрепительную. Ниточку вытягиваем. Обрезаем. Прячем ее внутрь. И хорошенько набиваем нашу детальку. Еще, девочки, вот я забыла сказать, на этом этапе, а то, может быть, и раньше, пока вы не наполнили детальку, надо пришить пуговички. Почему? Потому что потом, когда пришьем голову, это будет максимально неудобно делать. Вяжем ручки. Начинаем вязать ручки. Пехорка, детская новинка. Набираем кольцо 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Колечко стягиваем, делаем соединительный столбик. И следующий ряд провязываем 6 прибавок. У нас должно получиться 12 столбиков. Раз. И в эту же 2, 3, и в эту же 4, 5, и в эту же 6, 7, и в эту же 8, 9. И в эту же 10, 11, и в эту же 12. Следующие 2 ряда мы провязываем по 12 столбиков в каждом ряду. Вяжем самостоятельно. Провязали мы 2 ряда по 12 столбиков без накида. Следующий ряд провязываем 1 столбик, потом делаем убавку. Столбик. Убавка. Итак, 4 раза у нас в этом ряду должно быть 8 столбиков. Наполним немножечко нашу детальку. Следующий ряд мы провязываем 8 столбиков без накида самостоятельно. Следующий ряд будем менять пряжу. Провязываем следующий столбик, не довязываем его и меняем на плюшевую пряжу. И провязываем 8 столбиков без накида. Смотрите, считайте петельки, потому что из-за разной толщины пряжи можно пропустить. Будьте внимательны. Вязали
Конечно, с тонкой пряжей на толстую менять немножко сложновато, но возможно. Следующий ряд мы провязываем один столбик плюс прибавка. И так 4 раза. У нас должно быть в ряду 12 столбиков. Тоже очень внимательно. Здесь столбиков практически не видно. Поэтому внимательно смотрите, где у вас столбик. Столбик. Следующую прибавка. 2 столбика в одну. Столбик. Следующую прибавка. Ой, у меня тут узелок завязался. Довязываем до конца ряда. Столбик плюс прибавка. Следующие 2 ряда мы провязываем по 12 столбиков в каждом ряду. Считайте петельки. Провязали 2 ряда по 12 столбиков. Следующий ряд мы провязываем убавка плюс 10 столбиков без накида. Убавка. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 столбиков в этом ряду. Наполняем немножечко нашу детальку. Наполняю, девочки, обычной вот палочкой, видите, такой. Я ее обломала специально, здесь она цепляет их очень хорошо. Утрамбовывает, пока вспомнила слово. Так, провязали мы следующий ряд. Мы вяжем убавка. Плюс 9 столбиков без накида. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следующий ряд делаем убавку. Плюс 7 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, 8, девочки, 8 столбиков без накида. 9 столбиков у нас в ряду получается. По ходу вязание, не забывайте пополнять нашу детальку. Следующий ряд мы провязываем убавка. И 7 столбиков без накида. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. Следующий ряд мы делаем убавку и провязываем 6 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6.
опять наполнитель добавляем. И закрываем нашу ручку убавками. Убавками или хотите ниточкой прошейте и стяните. Последнюю делаем соединительную и закрепительную. Ниточку я оставлю подлиннее. И потом ее вот с помощью иголочки прячу внутрь. Ручки у нас будут двигаться. Вот так вот. А, девочки, еще знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем с вами обвязку. Обвязывать я буду белой нитью Yarn Dolce Baby. Крючок номер 2. Вот я определила, где у меня будет перед, а где зад. Вот здесь у нас будет перед. Сзади нахожу, вот где мы с вами переход делали, между столбиком ввожу. Протягиваю белую ниточку. И так, закрепить ее надо. И вот в следующий столбик также нахожу и столбиками без накида провязываем. Немножко это будет сделать непросто, потому что плотное вязание, плотная набивка. Но возможно. Вот столбик без накида. Кто-то может хочет манжетики сделать, типа рюшечек. Давайте, наверное, рюшечки прямо сделаем. Так. Значит, следующую ввожу. Столбик без накида провязываю. Две воздушные петли. Следующий столбик. Столбик без накида. И тут же набираем 2 воздушные петли. Следующую. Столбик без накида. И 2 воздушные петли. Столбик без накида. 2 воздушные петли. И так вяжем мы до конца нашего ряда. Вязала я до конца ряда, нахожу вот первый столбик, куда мы и делаю соединительный столбик. На камеру, конечно, это уже ужасно неудобно. И закрепительный, да? Ниточку вытягиваем и заправляем с помощью иголочки или крючка внутрь. Ну, вот такие манжетики у нас получится. На второй ножке мы делаем то же самое. И на ручке мы делаем то же самое. Вторую ручку вы вяжете абсолютно такую же самостоятельно. Увидимся.